В Нижневартовске на скорость будут убирать мусор. Завтра в городе уже в третий раз пройдет экофестиваль «Чистые игры». Это командные соревнования по сбору и сортировке мусора. В программу праздника вошли экологический квест, викторины, выступления творческих коллективов и конкурс на лучшую находку. Победители состязаний получат ценные подарки и призы, а на финише всех участников ждет пикник. Отмечу, что принять участие могут команды от 3 до 4 человек. При этом обязательным условием является регистрация на сайте проекта. Весь инвентарь, перчатки, мешки и дождевики на случай непогоды предоставят организаторы. Состоится мероприятие в 11 часов на Комсомольском озере.